По предварительным данным, оппозиция побеждает на парламентских выборах в Австралии. Новым премьер-министром станет лидер лейбористов Энтони Албанис. Среди приоритетов, обозначенных в ходе кампании левоцентриста, борьба с глобальным потеплением, расширение прав коренного населения Австралии, повышение зарплат на 5%. Сегодня австралийцы выбрали изменения. Это великая честь для меня служить народу в качестве 31-го премьер-министра страны. Кандидат на свое переизбрание, консерватор Скотт Моррисон, уже признал свое поражение. На его премьерский срок пришлись пандемия и так называемое «черное лето» рекордных пожаров 2019 года. За годы правления мы обеспечили безопасность наших границ и восстановили обороноспособность страны. Для 17 миллионов австралийских избирателей голосование обязательно. Согласно недавней реформе, отдать свой голос можно было не только на участках, но также по почте или по телефону. Не принявшим участие в волеизъявлении грозит штраф в размере 20 австралийских долларов.